Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Bioshock Infinite. В прошлой серии мы сражались с неким генералом, короче, который... заслуги которого Комсток приписывал себе. И в качестве милосердия мы, в конце концов, получили от него новый энергетик и пристрелили его к черту. Давай, бабушке! What Slate said bothered you. You showed me. Sometimes you have to do what's necessary to survive. There's survival, and then there's finding pleasure in the act. Booker. Look, you seem like a decent enough sort. That said, less you know about me, the better. Не стоит защищать Букера, потому что это хладнокровный убийца. Да, он преследует какие-то цели свои, хорошие или плохие, это не важно, но это, тем не менее, это тупо хладнокровный убийца. Сольку мне. Да? Теперь, я думаю, мы сможем переправиться. Но, блин, такая вариативность. То есть, появились еще вот эти вот разрывы. Потом мы можем там себе не только турельки спавнить или укрытие. Мы можем себе спавнить лекарства. Или какую-то смену оружия. Потом вот эти вот приколы с энергетиками. То есть, довольно вариативная игра становится. Я не знаю, сколько нам еще до конца, но я думаю, еще довольно долго. Вот, и, блин, довольно интересно все, пока что. И сюжетка такая, ну, непростая, но подача ее, конечно, интересная. То есть, пока мы с боем прорываемся, нам рассказывают какие-то истории. Но куда мы все-таки в конечном итоге ведем Элизабет, это, я думаю, пока сам Букер Дэвид даже и не знает. Go ahead. All right. Открывай. Что ты делаешь там, мразь? Давай. Хороший такой гаджет. Вот эта вот херня летающая, я имею в виду. Хотя я мог бы их почикать из винтовки. Но на винтовку, к сожалению, патронов очень мало. Дойти. Иха! Rockets, be careful! Так, нормально. Отрабатываем потихонечку врагов. Не паримся, не напрягаемся. Нормально. А кто тут разговаривает? Пасть закрой. Это я сейчас приду за тобой и... Вот, видишь, я же говорил. Это я сейчас приду за тобой и убью тебя. А так бы сидел, молчал себе тряпочку.
Please tell me it's over. Гранатометчик херов. Так, ну чё, поехали дальше или как? Так. Нам же ж надо назад возвращаться, если я не ошибаюсь, правда? Пожалуйста, ты как-то, если подгружаешься, то подгружайся быстрее. А тут врагов, по-моему, не было. Ага, не было, блядь. Вот тебе и не было. Блин. Давай. Perfect timing. Хорошо. Выстрел, конечно, не смертельный, но тем не менее все кончено. Такс. Блин, что-то пожарников становится побольше. А дальше ж будут еще какие-то покруче пойдут. Букер. And there's a moment when we're not being shot at. If you're interested, I spotted some supplies over there. А нам сюда хоть? Ну да. Vengeance is mine, saith the prophet. Ох ты, говна кусок. Не. Ладно. Там потом на что-то заменим. Я хочу с этой штукой походить. Она какая-то страшная. Замочили прямо в туалете. Славно. Такс. Ну славная пушечка такая, гатлинган. Только то, что она раскручивается, ну так, не очень быстро. Но так и быть. Жертва во имя мощности. I don't think I understand how you do what you do. These tears. I always thought of them as doors. When I was younger, I didn't just open the ones I found. I remember making them. I could go wherever I wanted, but I always wanted to come back. To what? I don't know. My family? Какая семья? Ты всю жизнь в башне жила. How do you do that? Whatever it is. You know how I said I had plenty of time to read? I tried to figure it out. I read literature on physics and other such things. Yeah? And what did that teach you? That there's a world of difference between what we see and what is. Что продаешь? По-прежнему улучшение к энергетикам. Давай. Great. Ох, у меня патроны пополнились. А нет, я просто их перезарядил. Так, ладно, куда идти? Блин, такой. Че? Дальше. Слышь, подожди. Тормози нахер. Фицрой.
нормально, блин. Дальность рукопашной атаки утроена. А ну-ка, блин, надо было посмотреть, дурак. Ну ладно. Не то. О, одежда. Что там у меня было-то? Вот это, скорее всего. Жертва получает в 2 раза больше урона. Да, давайте вот это ставить, потому что как-то получше. Вот это. Новый. Now when you hear this, I want you to square your affairs and come die in the side of the poets. You'll need a white man's weapon. Give this a try. Так, мы вроде прибыли туда, куда нужно. Ну блин, жестоко этот пацанчик их порешал, конечно. Once he has what he needs, he will leave you alone. What else could you expect from a liar and killer of women? Comstock. Father, prophet, whomever you are, I'm leaving and there's naught you can do to stop me. Oh, sweet child. That's where you're going. Move in on him. Get behind him. Shut them. That one. Now! There you go! Ау. Давай-ка. Перезаряжай, там 16 патронов осталось. Куда он высаживает-то? Боезапас. А вон куда. Прекрати, я не попадаю. Make me hurt you.
ты, Элизабет? Гондола почти прибыла. Ну ты, железка, конечно, меня удивил. Открывай. Надо было, блин, патроны оттуда взять. Но так и быть. Чего нет? Да о, нет. Дергай. Вот и убрались. What did you do there? Business much like this. Something that really caters writing on a resume. It was a fine thing you came along when you did. How do you think I ended up here? I gambled, and now I owe money to men you don't want to be in debt to. I come here to pay it back. Me busting you out, what do you think that was? Charity? Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. То есть мы тут, потому что задолжали денег. Это печально. И мы вот такую вот девчонку будем обменивать на долги. Хотя, учитывая то, сколько мы людей забрали по ходу сражения уже до этого момента, я думаю, небольшая цена. That'll do. Спасибо. Короче, ну вы поняли, да? Дайте-ка мне поближко немножко. Аптечный набор. Боеприпасы. Собираем боеприпасы. Что-то появилось что-то новое. Нет? Нет. Ну так и быть. Там я видел еще этот, как он называется, кинетоскоп. О, давайте посмотрим. В принципе, ничего интересного особо тут нету, но... Леди Комсток. Леди Комсток открывается для посещений. Могила Леди Комсток. Ага, он ее забальзамировал. Леди Коламбия никогда тебя не забудет. Конец. То бишь, мы двигаемся на могилу Леди Комсток? Это... Фуф, это интересно. Ладно, а зачем нам туда? So, looks like they call you the false shepherd. And you the lamb. Let's not call each other that. Suits me. How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a prophet on their side. Har har. Or them that hired me also wrote the signs. Why? Got me. Ох ты хрень нездоровая, а? Да уж, столько всего понаподнимало. На деле оказалось ерундой. Давайте щита. Feel better already. Ну чё? Покинуть, так и быть. You alright? I wanna see Paris. I wanna see
everything. It's up to you now. There's no one... Wait, what is that? 40 North by 74 West. That's not Paris, that's New York. How did you know that? One thing I had in that tower was time, Mr. DeWitt. Time to study things like geography. I owed money. And there's a fellow who... He offered to wipe away my debt in exchange for you. Come on. Блин. Ну, Букер, ну ёб твою мать. Эй, Элизабет. It's gonna be okay. А, блин. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me and we can... Ну, ладно. В принципе, сойдёт. Доки Финктона. Здорово. Не, ну, в принципе, я понимаю ее реакцию. Я бы забил его нахер тем гаечным ключом. Но, блин. Хоть бы, да я не знаю, ну, дал бы ей по башке тогда, связал, да и поехал бы тогда в Нью-Йорк. Ну, полетел в нашем случае. Но на полном серьезе говорить с Надеждой в то, что она поймет, потому что она плата за его долги, это Букер бред. В следующий раз придумает что-то получше. Сто 127 700. Нет, 12 700. Угу. А что случилось-то, ёпт? Куда ты бежишь-то? Что? Ты куда прилетела, дурочка? Ага. Нам еще сушили по самое, не балуйся. Офигеть. Дейзи? Дейзи Фицрой? Ух ты. You Fitzroy? Nothing but. I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Really? Because it sure look like old Comstock's airship to Listen, me. Listen, I ain't looking for a fight. There's already a fight, DeWitt. Only question is, which side are you on? Comstock is the god of the white man. The rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk, then join the Vox. If you believe in the righteous folk, then join the Vox. I just want my ship. And the Vox shall give her to you. But first, you must help the Vox. Down in Finkton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. Get our guns from him, and you shall have your ship back. Ты чё, охренел, что ли? Better find Elizabeth before she lights out of here. Ну, короче, вы всё поняли. If I the man? Flying squad came and took him. You ain't gonna see him around no more. Samuel always thought. Так, ну тут вроде ничего такого нету. The pew on Sunday went hand in hand with the desk on Monday. Science is the slow revelation of God's blueprint. After 2 years in the Lamb's Tower on Monument Island, he took ill with cancer of the stomach. I prayed to the prophet, and the prophet delivered unto us a miracle through his servant Fink. I do not know if I will ever get used to a husband bound in a skeleton of metal, but better a handy man than a dead one. А тут чего? Ага, понятно.
завод, на котором делают вот эти вот аппараты. Ладно. Так, куда? Туда, туда. И куда-то сюда. Бунт! Куда ты убежал-то, придурок? О! Ромашка вышла. Коламбия! Воу. Не мешайся. Говна кусок. Попадает даже. План прорыв называется. Так, чего ты стрелял? Пистолета? Предсказуем, в принципе. Так, ну, оружие менять не хочу, хотя у меня патронов мало. Ладно, так и быть, по пути, может, что-то найдем. Поломалось тут все к ебеням, я смотрю. Неприятно. Чё было? Чё было? Патроны. А чё, я не могу это взять, да? О! Немножко прибавилось. Элизабет? Да стой ты, дура! Куда ты побежала? Тормози нахер. Да иди ты сюда, ноги прострелю, дура. Elizabeth! Just hold up for a minute. Get away from me. I'm not angry with you. Stay away. Hey, watch out. Move it. Move. Что за хрень? Блин. Ну, дура. Ну как тебя еще обозвать-то? Давайте как-то туда. Ох, это что? Целую дьявола? У меня максимум.
My patience has done run out! А, черт. Иди сюда, бля. Да тут я, тут. Так, ну она вроде в безопасности, поэтому можно немножко войны устроить. Дай-ка сюда мне. А где оно палит-то? А, я понял. Нихера себе ты крепкий. Да. Неприятно, конечно. Верни ко мне дробовик. Че, куда вы ее погнали? Что? Че сказал? О, карабины. Карабины это по мне. Где Элизабет? Где моя девочка Элизабет, мать вашу? Спасите Элизабет, откуда ее спасти? Я даже не вижу Диана. А мне не сюда. Не шуми. Бесишь. Чё есть торговый автомат? Боеприпасы для чего? Какое-то странное оружие. Вот это вот что такое? Вот это вот что такое? Ручная пушка. Ладно, у меня 2600, в принципе. Живем и не кашляем. Так, куда дальше? Сюда. Открывай. Да не туда ты меня бросил, конченый. Ох, я тебе сейчас войну устрою. Упс. Не, видать, не устрою. Что? Элизабет? Зачем ты это сделал? Hey, I'm slipping. Do not attempt to follow me, Mr. DeWitt. Elizabeth, I've made an arrangement to get our airship back. You can get us out of here. Yes, I just need to supply enough weapons to arm an entire uprising. And where will we get these weapons? From one of our many friends and allies? A gunsmith in Finkton should be a walk in the park. What do you say, partners? You're a liar, Mr. DeWitt, and a thug. Ну, есть такое. Ну, соглашайся. Молодец. Правильный выбор.
You are a means to an end. Just aren't satisfied with their place here at Fink Industries. But I tell you, there's a purpose for... Ох, тут до хрена всего появилось. Скорострельной снайперской винтовки. Плюс 100%. Ебать. Снижение отдачи на 50%. Где это? Это какой грейд, кстати? Это 200, да? Ну давай. Ускоренная скорострельность. Тоже давай. Третий грейд. Ебать. Так это еще один грейд у меня останется, получается, к снайперской винтовке. Вообще нормально. Скорость перезарядки дробовика, это нам не интересно. Блин, ну здорово. Удлиненная обойма. Да не, в жопу это говно. All living things. Would the pharaohs of Egypt have been able to stand at the top of their pyramids if the Israelites had not made their bricks? Так, ладно. Сколько отмычка стоит? 48 баксов. Ага, все, больше не могу купить. Ладно, тогда давайте купим боезапас. Полный. Would the captains of industry have been able to ride the rails? Had not the Chinamen laid the track? Ну? Служба Финктона. Что ж, теперь мы не на правах убегающих, а на правах партнеров. То есть раньше мы просто бежали вместе по каким-то странным обстоятельствам, да? Вот, теперь Элизабет больше знает о характере Букера, то есть о его целях. И теперь ее отношение, я думаю, более, ну, поменяется. Но, как вы знаете, от любви до ненависти один шаг, и наоборот, поэтому черт его знает. А, да, Букер Давид ей соврал, но я не думаю, что это прям такая большая ложь, которую прям нельзя простить. Думаю, по ходу игры... Booker и Элизабет. Who sent you to find this person? Daisy Fitzroy. She's either a great hero or the worst of scoundrels, depending on who's doing the telling. She's good for an airship. I don't care if she's the Queen of Holland. Ладно, пошли. Десять штук. The truth is, I don't have a lot of time for all that prophecy nonsense. I tell you, belief is just a commodity. Industries recruitment. We are not looking for any help. Like any tradesman, he's obliged to barter his product. How are we going to get into Finkton? Illegally. Let's look for another way in. Song alone. No, sir. That's Fink timber, a Fink hammer, and Fink's hand to swing it. Got it. He needs me, lest he soil his own. Вот за этими штуками я сюда и шел. Так. А давайте здоровье. Just what the doctor ordered. Some money. Want it? Давай. Ты где их нашла? В мусорном бачке? Да ладно, не важно. Деньги есть деньги. Так. Fink Industries is not recruiting at this time. Please come again. Need some help with this. Over there. The service elevator. It should take us down to Finkton. And get ourselves killed in the bargain.
don't gotta hide. Got him now! Ебать, это что такое было? Собак не резан тут. Такс, ладно. Пока двигаемся, и нормально так двигаемся. Элизабет? Давай, открывай. Одна отмычка. Не так много. Все? Gunsmith Chen Liv wanted for known connections to the outlaw Daisy Fitzroy. Looks like our guy's drawn attention. That's not good, is it? No. У тебя ничего такого нету? Что было бы мне интересно? А, вот и кнопочка. Нихера себе там машинерия. Booker. It's Slate's locker. He must have worked here. This is my mother's diary. Why would Slate have it? My husband claims the child was created from whole cloth by divine will. I am a believer, but I am not a fool. His bastard shall not be raised under this roof. My mother. She had me locked in that tower. Elizabeth. I just want to get out of this city. Please. I hold in my hand the private journal of Comstock's wife. The lie to this miracle child nonsense. Greetings. My name is Jeremiah Fitz, and I want to share with you my personal creed. What is the most admirable creature on God's green earth? Why, it's the bee. Have you ever seen a bee on vacation? Have you ever seen a bee take a sick day? Well, my friends, the answer is no. So I say, be the bee! Be the bee! Чё, поломался, что ли? Hello? Mr. DeWitt? Yes? Hold for Mr. Fink, please. What's going on? DeWitt, Fink here. Listen, my boy, we've had our eye on you, and I can tell you right now that you are our top candidate. Top! Now, my associate, Mr. Flambeau, will help you with anything you need. What the hell was that? I have no idea. He seems oddly pleased to make your acquaintance. Ладно. Well, wow. He's got an ego. Да, он явно себя любит. Почему часы? То есть это делать все вовремя, что ли? Символ такой. Нихера себе тут шахта. Слышь, твоя одежка-то подистрепалась, смотрю. Типа рубаху порвали. О! Рабочие. Строим бегают, нихера себе. Время работы, нихера себе. You see, the Fink Company store brings you Fink products at a price designed specifically for the Fink worker.
Mr. DeWitt, welcome to Finkton. You'll find a variety of supplies here that should see you through your visit. Револьвер какой-то. What does Mr. Fink want with us? Excuse me, miss, but Mr. Fink's interest is strictly in the gentleman. Херенный револьвер. So sorry, young miss. But any questions regarding the gentleman's application should be taken up with Mr. Fink directly. Судя по всему, я тебя пристрелить не могу. Хотя, давайте так. Уже с мистером Финком мы поговорим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. О, господи. И услышимся уже в следующих роликах. Всем спасибо, всем пока.